Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. На фоне вот этого вот замечательного Mercedes, или что там стоит, но уж так получилось, что данный автомобиль стоит, и вот такой вот у нас фон за окном. Итак, ребят, сегодня состоится очередной подбор автомобиля. Что мы будем искать? Будем искать мы Crown, гибрид 4 ВД, задний привод, не особо важно, будем смотреть по деньгам. Будем искать либо Crown, либо Хорек, 2.5, обязательно 2.5. Вот, 2.5 они идут, гибриды. Возможно, будет рассматриваться Toyota RAV 4 гибрид. Он тоже идет 2.5. И, возможно, будет рассматриваться Subaru Forest. Ракурс немножко поменяли. Теперь у нас в глаза бросается монитор. Сейчас я вам покажу вот эту вот машину. Эта машина привезена под заказ. Вы обалдеете от состояния этого автомобиля. И обалдеете, когда узнаете стоимость за этот автомобиль. Итак, значит, подбор автомобиля — это такая услуга, когда мы с вами встречаемся в течение дня, выбираем с вами автомобиль. То есть выбираем машину, меняем масла, меняем фильтра, в общем, обслуживаем автомобиль, ставим автомобиль на учет, обклеиваем автомобиль, делаем все. При грамотном подходе все это можно успеть, все это можно сделать за один день. Друзья мои, очень важно, чтобы вы приезжали с наличкой, да, потому что на снятие денег, если какая-то сумма небольшая, допустим, там 1-1.5 миллиона, это еще можно снять. Если сумма большая, как, допустим, вот сегодня, кстати, сегодня у нас бюджет на автомобиле 2 700 000, да, то 2 700 000 это очень-очень тяжело снять, и, скорее всего, деньги будут заказываться уже на завтрашний день. В общем, друзья мои, приезжайте с деньгами обязательно. Вот, на рынке тут нет такого, то, что вас там выхватит кто-то вашу эту сумку, то, что деньги вас украдут, тут, ну, давным-давно такого уже нет. Вот, и, ребят, на эту услугу записывайтесь обязательно заранее. То есть апрель месяц уже занят полностью, по маю там нужно смотреть какие-то числа, какие-то даты есть свободные. Поэтому по датам обязательно пишите в WhatsApp. Так, ну а мы автомобили проверяем здесь, в Владивостоке. То есть вы можете заказать штучную проверку автомобиля. Все машины смотрите на сайте drom.ru. С Авито объявления мне скидывать не надо. Автомобили, которые должен стоить 1 000 000, с Авито скидывают за 400 тысяч рублей. Ребят, такого не бывает. То есть сайт drom.ru. Можете заказать штучную проверку автомобиля, можете заказать поиск автомобиля под ключ. Делать вам ничего не нужно. Также мы вам можем привезти автомобили с аукционов Японии. В общем, более подробная информация, ребят, по телефону. На телефон, если я вам не ответил, значит, я занят. То есть я уже говорил об этом не раз, а многие дозвониться до меня не могут. Вот представьте, вот вы сейчас, находитесь со мной. Я занимаюсь с вами, проверяю вам автомобили, и кто-то мне начинает звонить. То есть я на звонки стараюсь не отвлекаться, да, потому что, ну, осмотр автомобиля — это дело такое серьезное. Поэтому написали мне в WhatsApp, я как только освободился, я прочитал WhatsApp, я сразу же вам ответил. Если я не читаю WhatsApp, значит, я занят. Если я нахожусь в WhatsApp, это не говорит о том, что я свободен. И сообщение ваше не читается, чтобы оно куда-то вниз у меня не убежала и не потерялась. Поэтому отвечаю в WhatsApp абсолютно всем. Ребят, я отвечаю только, ну, на нормальные вопросы. Да. Сколько стоит Forester, сколько стоит то, сколько стоит это. То есть пишите по делу. Просто так, ну, честно, вы отнимаете свое и мое время. Я приеду в сентябре месяце. Сколько будет стоить Axio? Ну, может, она будет стоить 1 000 000, может быть, она уже будет стоить 2 миллиона. Откуда я знаю, какие будут курсы вообще, что будет у нас в сентябре месяце? Вот, ладно, ребят, значит, сейчас я вам хочу показать данный автомобиль. В общем, показываю, поехали. Показываю вам данный вариант и плавненько перемещаемся на авторынок «Зеленый угол», смотрим подбор автомобиля. Итак, это Toyota Vox, автомобиль 2020 года выпуска. Цена на автомобиль 1 700 000 рублей. Фары идут линзованные, другая немножко мордочка, штатное литье, резина идет. Лето, система датчики при столкновении есть, японский регистратор пришел, уши идут, хромированные накладки, по бокам такие идут расширители, значит, резина под замену, такая она уже подтертая здесь идет, штатное литье, кстати, размер колес 205/55/16, это гибридная версия, то есть это, ребят, полноценный гибрид, это полноценный
микроавтобус, многие называют минивенами. Так, 1 700 000, в чем прикол, в чем подвох? Вот в чем прикол, в чем подвох. Это машина R-ка. То есть за счет вот этой вот замятой двери, замятого бампера, дали R-ку. Машина пригоняется на рынок. Да вы знаете, я вам больше скажу, тут красить в принципе никто ничего не будет. Вот это вот раз, два, три, четыре. Вот эти четыре вмятины вытягиваются. Вот это вот все тампонится. Тут даже краска, сколов краски, краска она не лопнула. У вас дверь становится идеальной. Красится бампер, машина становится 4,5 балла. Внутрянка, здесь все идет целое. Вот в таком состоянии пришел автомобиль с Японии. Никто ничего не мыл, никто ничего с ним не делал. Машина была куплена, иена была 61,40. Сзади у нас такой массивный спойлер. Есть сонары, шильда, гибрид. А так кузовщина вся целая, две электро двери у него, сзади у нас два капитанских кресла, и это полноценный минивэн. То есть три полноценных сидения. Здесь, кстати, вот эти кресла у нас двигаются влево-вправо, здесь можно установить столик, он здесь есть, два USB разъема для подзарядки ваших гаджетов. Столик находится с левой стороны, шторки, огроменный просто монитор, печка, диоды, есть все. Кстати, вот заметил, есть регистратор сзади на окошке, он установлен. Сейчас я вам покажу аукционный лист. Значит, две двери, система безопасности, ТРК, кнопка старт, стеклоподъемники в одно касание, мультируль. Здесь у нас идет бардачок, ух ты, есть даже пульт. Пульт пришел, подогревы сидений. Два USB. Так, запуск мотора сейчас произведем. Полноценный гибрид, это говорит о том, что машина едет на батарее и поршневая группа не работает. Запуск. Посмотрите, какой просто огромный магнитола в воксе. Руль идет здесь кожаный, пробег на автомобиле 56 тысяч. Ну и собственно вот он. Вот он аукционный лист. То есть дали R-ку. R-ку пробег 56 тысяч. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, аукционный лист. Камера заднего вида с траекторией. Мне нравится, когда в автомобилях идут такие огромные магнитолы. По месту, ребят, ну, что тут рассказывать по месту. Место вагон в этом автомобиле. Что первый ряд сидений, что второй. Ну, на третьем, конечно, не вагон, но больше, чем в минивэне, там, в Изисе, в Више. Огроменная просто панель. Шикарный автомобиль именно для семьи. Так, ну что, переходим на следующий. Друзья мои, извиняюсь за ветер, но нет у меня с собой камеры, нет. Нет микрофона, снимаю на телефон, просто не могу вам не показать данный автомобиль. Итак, это Honda Fit, автомобиль 2020 года, свежий кузов, свежая морда, фары идут линзованные. Здесь у нас идут сонары, 4 балла, пробег на автомобиле 8 тысяч. Практически новая летняя резина, посмотрите какой остаток на резине. Там оно все новое, просто. Значит, размер колес 185, 65. 60, извиняюсь, на 15, 4 балла, он не битый, он не крашеный, значит, бесключевой доступ, здесь идут повторители, ветровики, у него также хорошая комплектация, идет он с брызговичками, вот такой вот небольшой, что-то наподобие спойлера. Стоимость автомобиль на продажу 1 миллион 220 тысяч рублей. Машины все набирают популярность, то есть как они начали появляться, люди стали ими интересоваться. И уже внешний вид совершенно другой. Если честно, поначалу, ну как-то вот эта вот локалка. Это локальный ремонт, цена вопроса тут 500 рублей, сколов краски нет. Вот это красить никто не будет. Это все, ребят, вытягивается, дверка у вас будет идеально. Камеры заднего вида есть. В общем, смотрели на них, как-то вот что-то, знаете, не заходит. В том числе и мне.
не заходил данный автомобиль Fit. Но я их поизучал, посмотрел. Вот, приходили автомобили, покатался на них. Автомобиль зашел, изменилось все. У меня в семье есть Fit предыдущего поколения. Машины совершенно разные. Значит, практически ровный пол, небольшая вот такая вот ступенька здесь есть. Салон идет с кожаными вставками. Здесь все так же осталось. Очень удобная трансформация салона. Ну, где-то сколько тут? 70, наверное, на 30. Подголовничек. Места, второй ряд сидений очень много. Дверь идет пластик такой более-менее мягкий. Вот такого плана интересно идет вставочка. Кармашек идет только в спинке пассажира. Блестит все, ребят. Сиденья. Я уже как-то показывал в своих обзорах фиты. То есть у него сиденья такие, знаете, стали с боковой поддержкой. Кнопка старт. Пробег 8909 километров. Значит, здесь у нас идет климат-контроль. Есть максимальные комплектации. Вплоть до зарядки айфона, до беспроводной. Значит, это вариатор, электронный ручник, iStop. Сверху есть бардачок. Снизу есть бардачок. Регулировка руля у нас происходит как по вылету, так и по высоте. Здесь очень удобное информативное меню. Широкая такая панель. Здесь, видите, ребят, пробег 9000 на машине. 9000 пробег, ГЛОНАСС есть, ГЛОНАСС. По месту не жалуюсь, прям не жалуюсь. Места очень много в свежих фитах. Здесь у нас адаптивный круиз-контроль, управление магнитолой, SD-карты. SD-карты нет. Что тут еще показать-то вам? Кстати, бардачок здесь идет, смотрите. Вот он. Еще и ездит, представляете? В общем, 1 миллион... Засветочка идет небольшая. 1 миллион 220 тысяч рублей. Камера идет с траекторией. Пользуетесь траекторией, нет? Доверяете траектории? Зайдем? Зайдем. Аккуратно, но зайдем. Еще бы умела машина парковаться сама, да? Было бы круто. Японцы все-таки... Вот смотрите, собственно, что я вам хотел показать. Да, работа камеры, работа сонаров. То есть сонары пищат не все, сонары пищат только те, где есть препятствия. Вот все препятствия мы прошли. Вот, видите? И сюда он дублируется. Так, мы зашли, все отлично. Пойдем покажу следующий автомобиль. Как вы думаете, что это за автомобиль? Ну, конечно же, ребят, это Fit, белый Fit, резина лето. У него идет штатное литье, бесключевой доступ, ветровики. Оценка 5 баллов. По стоимости машина на продажу. 1 220 000. Идеально чистое багажное отделение. Ремкомплеты, комплекты, домкраты, насосы, резина. Все на месте. Интересная расцветка салона в плане... Он не марки. Так. Родной аукционный лист. 5 баллов. 5 баллов. Кузовщина, ребят, вся идет целенькая. Здесь бардачка у нас нет. Запуск мотора.
5673 километра. Значит, автомобиль пришел без магнитолы. Здесь будет установлена хорошая магнитола. То есть 1 220 000 это уже полностью стоимость автомобиля с магнитолой. Руль идет простой. Сонары. Также кнопка старт. Ну вот, давайте меню покажу информативно. С правой стороны у нас электронный бензобак. С левой стороны у нас стрелка температуры электронная. Ну и показано то, что я вот здесь сижу. С левой стороны управление музыкой и управление идет менюшкой. То есть крутилочка. Можете все сделать, все, что вашей душе угодно. Brake Hold. Вот, не раз уже говорил, что это за функция. Эко-режим. I-Stop. Ну, такой же фит. Фит как фит. Кстати, можно регулировать подсветочку. Также пленочка. Ну, здесь, конечно, крутое состояние автомобиля в плане чистоты. Но, опять же, пробег, ребят, на автомобиле. 5000 километров. Так, в общем, за более подробной информацией по фитам, вообще по остальным автомобилям, которые продаются, пишите в WhatsApp, скину аукционные листы, все вам скину. Так, друзья мои, давайте перемещаемся на авторынок. Вот, смотрим подбор автомобиля. Кстати, забыл вам сказать. На втором моем канале, как только набирается 10 тысяч подписчиков, у меня состоится розыгрыш услуги подбор автомобиля в течение дня. Поэтому ссылочка на этот канал сейчас находится вот здесь, вот наверху. Обязательно переходите, подписывайтесь. Перемещаемся с вами на авторынок. 3 100 000. 4,5 балла. 46 тысяч пробег. Красавчик. Идем копить деньги. Восемнадцатый год, он 4,5 балла. Пробег 14 000. С хорьками тяжело. Нет хорьков. Кто, форик? Не, гибридный корёк. Если он говорит, то хорьки. А сколько стоит? Честно, то дорогой будет. Он тоже хороший. Ну, денег 2,6 на хорька, это мало. Я думаю, не платят. Ну, на двушку-то, я думаю, хватило бы. Двушки есть, нужен гибрид. 2,5. 2,5 миллиона, 18 год. Мотор 2,5. Фориков смотрим 2,5. На камерах кожаный руль. Подогрев руля у него. Зеркало с камерой у него, да, идет? Вот почему на фориках нет кругового обзора? Не знаю вообще. Бывает вот этой камеры, я подумал, которая продала. Кстати, да, вот на фориках нет кругового обзора. Восемнадцатый, 2,5. 2,350. 2,350. Его только пригнали. Порядок мы не приводили, в плане не мыли. 2,300 отдают. Он на сонарах, а электродверь у него. На камерах пробег 30 000. Ну, неплохой вариант на самом деле. Так, ну, рассматривается еще равчик. 19 год, 2 800 000. Это гибрид.
2 800 000. Ну да, по мне так Равчик, он тоже такой, салончик у него простенький. Прям простой. Ну, резину сказали, в случае покупки поменяют. Выбирайте любую, на любом автомобиле. Рядом стоит Forester X-Break, 2,5 миллиона, пробег 28 тысяч. А вот такой вариант, вот нашли, сотка пробег, окрас, замена переднего левого крыла, окрас передней левой двери, 19 год, 2,5. Ну, тут, ребят, есть все. Он интересен в плане цены, комплектации. Сколько цепи у нас у него уходит? В общем, как вариант. Вообще RF-ик мотор, нахуй, для RF-ки гораздо интереснее. Но по мне, так. Он 18 год, 4,5 балла, 64 тысячи, пробег 2,555. Краун. Крауна. Тканевые вставки идут вот здесь. Оригинальные диски, цена космос на них. Здесь по цене, там уже по цене. Красавчик. Остановились вот на таком вот красавце. 20-й год он идет по Японии. 4,5 балла, он целый, не битый, не крашеный. У него хорошая комплектация. Разобрали морду, поснимали все пластмасски, все посмотрели. Значит, сонары, бесключевой доступ. У него штатное литье. Размер колес 215/55/17. Здесь кожаные вставки, шторки, управление климатом со второго ряда сидений. Сидения такие идут. Ну, ребят, это Краун. Сзади идет шторка. Чисто Краун. Клевый, обалденный Краун. Так, по стоимости он 2 400 450 000. Здесь, значит, поснимали тоже все пластмасски, посмотрели, убедились, что все идет целенько. Посмотри, какое обалденное состояние моторного отсека. Просто обалденное. Из минусов машину прикуривали. На туманках, на сонарах. Омыватели. Это задний привод. Есть они 4 ВД? Есть. Вот он, аукционный лист. 4,5 балла. Лепестки, полный руль, значит, камеры,
зеркала подстраиваются. Значит, при включении задней скорости шторка у нас отъезжает. Так работают камеры. Эко-режим, нормальный режим, спорт-режим, все сенсорное. Сканером проверил, все отлично, все нормально, грязненький, испачкался. Я думаю, будем брать пробег 60 тысяч на автомобиле. Кожаный руль. Ну, все есть, ребят, есть абсолютно все для комфортной езды. Состоялся у нас очередной подбор автомобиля. Так, нашли Солио, 3,5 балла. Сложно, значит, дался подбор. Почему? Потому что, ребят, нужен был минимальный пробег. В идеале 50 тысяч, но, к сожалению, таких пробегов не было. В общем, взяли 18-й год. 18-й год. Кузов идет целый. Есть две небольшие вмятинки, которые уходят локальным ремонтом. Небольшая вмятинка с правой стороны тоже уйдет локальным ремонтом. Круиз-контроль, туманки поставили здесь, сонары, одна электродверь, климата нет, подогрев водительского сидения. Стоил автомобиль 760 тысяч рублей, отдали машину за 745 тысяч, пробег 87 тысяч. На самом деле, ребят, хороший, достойный вариант. Аукционная оценка не всегда показатель. Ну, в плане, допустим, кто видит оценку 3,5 балла, могут просто отойти от этого автомобиля. А машина, на самом деле, она хорошая. Второй автомобиль, который был, участвовал в этом подборе, Esquire, 19-й год. Кстати, машины пригнали уже в транспортную компанию. То есть машины поедут на автовозе в Новосибирск и Красноярск. Esquire, он 19-й год. В шикарной комплектации, в обвесе ТРД, это 1.8, гибрид. Рассматривали автомобиль 4 ВД, двухлитровый, но опять же, если двухлитровый, только 4 ВД. Кожаные коричневые вставки, две двери, подогрев руля, система при столкновении, кожаный руль. Ну, у автобуса реально шикарнейшее состояние. Огромная магнитола. Значит, он идет у нас 3,5 балла, 72 тысячи пробег. Вот о чем я и говорю, да? 3,5 балла, а у машины такое обалденное состояние. Черный потолок. Два капитанских кресла. 1 миллион. Печка. Так, стоимость 1 960 000 рублей. Когда машины пригоняются в транспортную компанию, автомобили все описываются, составляется акт приема, опись, естественно, договор. Если вы присутствуете, договор дают вам на руки. Если вас нет, договор я вам высылаю. Шикарный автобус. Реально шикарно. Кстати, он идет с запаской.
С Олей, кстати, докупили еще комплект зимней резины. С литьем. Кстати, с Олей чем удобно? Чем удобно? Задний ряд сидений, он двигается вперед-назад. Вот так вот поедут колеса. То есть колеса лежат, сиденья подперли. Колеса с литьем никуда не денутся, по салону болтаться, шататься они не будут. Друзья мои, ну и завершается наше сегодняшнее кино. Вот таким вот хорьком. 2018 год, передний привод. 2 миллиона 160 тысяч рублей. Наши автомобили. Также пригнал в транспортную компанию. Здесь уже автомобиль без клиента. 2 миллиона 160 тысяч рублей. Электродверь. Продавец положил колеса. Зимние. Хорьки у нас есть 2 литра турбо, есть 2,5 гибриды, есть 2-литровые, как данный вариант, передний привод. Значит, пробег на автомобиле 87 тысяч. Кожаный салон, электросиденье, стеклоподъемники в одно касание. Айстоп, антиюз, автосвет. Здесь идет сенсор. Смотрите, с автомобилем идет раз ключ, два ключ. Кстати, это, ребят, ключ. Три ключ. Еще есть автозапуск. Также, значит, круиз-контроль. Кнопка открывания багажника. То есть багажник идет электро, открывается с кнопки. Менюшка, мультируль. Камера, траектория. Руль. Электрорегулировка руля. Ребят, ну... На этой замечательной ноте будем заканчивать. Показал вам несколько подборов автомобилей. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца, кто еще не подписался за этот ролик. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Палец вверх, пишите комментарий. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем пока, ребят.